0-0. Видите, литовцы на своем поле показали достойное сопротивление испанцам. Повторяю, 0-0. Ну и еще несколько других результатов, которые, я думаю, мне повторят. А тем временем Криштиану Роналду доказывает, что он, конечно, совершенно неординарный, фантастический футболист. Но потрясающий гол. Потрясающий гол, дальний удар в девятку. 4 мяча пропустил Малафеев. И его вины нет ни в одном из них. Фантастический удар. Причем, вот смотрите, он сам все сделал для себя. Опять же, где были наши полузащитники, защитники? Криштиану Роналду, по большому счету, даже никого не обыгрывал. Он просто от фланга прошел, сместился в центр, дошел до удобной позиции и пробил. Где наши собирались его встречать? У линии штрафной? Но Деку мы встречали у линии штрафной.